Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Kingdoms Reborn. Ну, мы, в принципе, захватили, так сказать, всю планету, если это можно назвать планетой. Все, ну, всю карту, соответственно. У нас там вроде открылась колонизация, господи, что я придумал. Так, давайте пока начнем, наверное, изучать электричество. Колонизацию. Прочее, наверное, да? Или нет? Как мне это сделать? Ну, так. Тыры-пыры-пыры-пыры-пыры-пыры. Нет. Услуги. Ну, точно не промышленность. Ладно, давайте так. Посмотрим, наверное, в ратуше. Давайте низкие налоги поставим. Точно, я же там налоги изучил. Может, люди еще посчастливее станут. Так, у нас две книжки произвелось. Давайте-ка вот сюда. А портной у нас там что-то меняется? Видимо, не особо, да? Одежда из хлопка. Ну, ладно. Пока не трогаем тогда. Пока что тогда не трогаем. У нас, наверное, красители дофигища тоже. Да, наверное, давайте на 1000 ограничим. А, что вы еще, ребята, хотите? Я так и не понял. Колония. Каким образом мне колонию-то организовать? Так, иди сюда. Постройте новый... А, может, здесь где-то? О, точно. Портовая колония. Постройте новый портовый город с 10 жителями. Постройте новый город с 10 жителями. Вот я могу. Вот тут вот место проход есть. Как бы в чем дело-то? Почему я не могу захватить эту территорию? Я хочу, чтобы она принадлежала моему городу. Я не хочу строить второй город, блин. Ладно. Портовая колония. Давайте, наверное, портовую сделаем, что ли. Пускай будет. Открыт. Да, вот это вот. Так, давайте сразу позахватываем. Опа. Ага. А почему я не могу, в смысле? Все. Купить. Это как бы мое? Или что? А, нет, я вот эту территорию не могу почему-то захватить. Так, здесь расширились, все. Так, денег у нас не осталось. Ну, пивоварение пускай будет также у них. Так, ты сюда. Так, у них нет домиков. Давайте-ка мы им домики организуем. Так, сюда. 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 А, вот еще влазит. Давайте еще. Так, драгоценные шахты. Так. Междугородняя дорога. Давайте, наверное, сюда. Междугородний мост. Мне мешает лес, пожалуйста. Можно скрыть его? Давай сюда. Точнее. Нет, вот это вот так вот.
Вот так вот. А я же смогу, да? Камушком заделать все. Ой, хорошо, отлично. У нас камень-то есть? Да, есть. Давайте шахту драгоценную поставим. Сюда. А, в общем, почему-то игра вылетела. Я не знаю, что за фигня. А, давайте шахту поставим нашу. Снова. Так. Дом слишком далеко. Ну, да, наверное, тут здесь придется домики организовывать. Наверное, даже вот так вот я поставлю. Так, идешь сюда. Идешь сюда. Сейчас мы тут быстренько организуем все это дельцо, и все будет хорошо. Так. А, естественно, склад. Давайте мы уже построим. Пройдем дорожку. И сразу улучшаем. На склад у нас денег пока что нету. Гемы. Алмазики добываются. Хорошо. Ювелирное ремесло я пока не это. Обидно, что, как бы. Что как раз и обидно. Так, это ничейная провинция, она не захватывается почему-то. Вообще не знаю почему. Что за бред? Давайте, наверное, еще одну поставим. Междугородний логистический порт. Взять, импортировать ресурсы из другого города по воде. Так, ну эти ребятки особо не работают. Поэтому что им? Пища возится. Как вот 300 пищи. Немножко, ну давайте. Дайте 1000 пищи, 1000 угля, 50 лекарств. Ну хотя, наверное, угля тоже много. Давайте 200 угля. А их там же всего 10, типа. Ну давайте и пища 200. То есть и остальные инструменты, я не знаю. Можно, кстати, одежду. Так, одежда. Вот, одежда. 50, например, тоже, да. А сколько тут? Ну и склад один ему я вбахну просто. Пускай он будет. А, я не могу его, да? Ну, сейчас денежка появится и вот так вот. Все. Ну, я думаю, им этого более чем достаточно. Они просто тут у меня будут жить. Все. Да больше не показывать, естественно. Ты о чем? Так, нет, не ты. Мне нужны другие книжки. Так, вот здесь, по-моему, не хватает, да. А тут вот производительности. Как раз мы сейчас поставим вторую шахту туда. Дайте у нас... Где у нас вторая шахта? Да, господи, промышленность втыкается. Если недостаточно денег, ты чё, дурак? Вот, продать пищу, давай. Вот это вот подтвердить. 68 тысяч, охренеть. У нас столько еды было, что ли, да? Да, у нас еды вообще море просто, как обычно. Так, теперь... шахту, пожалуйста. Спасибо. Ну, так, да, пускай стоит. Тоже построим.
Сюда. Все, улучшил. Склад сразу застроим им. Давайте домики помогу вам построить. Парочку хотя бы. Кстати, я ни один дом не улучшал по поводу, чтобы угля меньше потребляли. Ну и да ладно. Так, электричество у нас прокачивается. Продолжает, по крайней мере. Но бездомный да бездомный. Так. Ребятки живут, им норм. Так. А мне там... у меня автоматически это переходит. Так. 24 домика. Ну, в принципе, нормально, да. Они вообще не парятся, как бы, ребята эти. Отказаться, ребят. Нет, сорян, нету места. Кстати, а что мы купим? Надо это... Вон, железо захватывать. Портовая колония, да. Вот как-нибудь... Да. Ой, господи, какое железо? Золото, блин. Так, да. И сейчас мы им тоже. Угля 200 пищи. 50 лекарств. Ну, не ну ладно, пускай стальные инструменты возят еще. Сейчас мы им быстренько домики построим. Шесть домиков бахаем. Так и не понимаю, почему там не захватывается территория. Чем она... Так, не подходит под захват. Так, ну и до ювелирки нам далеко. Ага, то есть все так, купить золотую шахту сразу же. И будем сейчас добывать золото. Ставлю сюда. Покупаю, наверное, еще одну золотую шахту. Золотая шахта, ты где? А что, в смысле? Вот, золотая шахта. Все, что тебе не нравится вечно? Готово. Так, ну сюда книжку сразу же, естественно. Давайте подзастроим немножечко. Так, из камня я не буду, конечно, дорогу делать. Давай вот сюда вот тебя. Сейчас организую, не ссыте. Где-нибудь вот здесь вот. В лесу. Так, что у нас еще тут? Ну, давайте еще парочку домиков поставим, пускай будет. А, где-то я там что-то видел. А, услуги. Междугородний, да, логистический порт. Наверное, вот так вот его и размещу. Я понял, что склад переполнен. Сейчас все будет не сойти. Два склада я вам сейчас организую здесь. А здесь вот под золото. И плавильню я, наверное, организую там, в главном городе. Плавильня золота. Так, иди сюда. Вот сюда в пустыню сейчас я тебя засуну. И надо же, наверное, еще один такой... так, универсальные... услуги. Так, да. Тебе же, наверное, тоже сюда надо... Теперь бы поставить куда-то его. Ну, наверное, придется... А, вот, да вот у нас место есть. Почему? Ну, блин, это нелогично. А, вот и местечко есть. Они тут пройдут? Тут вроде должно быть место под проход.
это я знаю про строительную карту, что мне рассказывать. Так, ну вы-то мне каменную дорожку точно построите. Вот так вот. Давай. Так, колонии 2. Выбери 4 штуки, которые нужно доставить из выбранного города. Золото. Только найди теперь это золото. Вот, да, золотая руда. Ты кто? А ты куда? Прикольно. Так, я забыл, где золотая. Вот золотая руда, недалеко. Золотая руда. Куда поплыли? А, взять инструменты. Так, ты. Давай постройся, пожалуйста. Так, из Гринтаун. Ну, я думаю, так, ты что вот у нас доставляешь? Пищу, уголь. А, остальные инструменты. Да, давайте. Ну, это пища тоже, да. Давайте глину. Пиво, я думаю, тоже. Пиво. Что у нас еще есть? Да, господи, на живот все есть. Ага, он меня туда перетаскивает. Так, понял. Глина, пиво, что у нас там? Мебель. Сейчас мы организуем тут поставки наши. Мебель. Вот она, мебель, господи. Так, одежда. Тут нету одежды, да? Да, тут нету одежды. Ну, думаю, 100 глины хватит. 50 пива тоже. Мебели 50 и одежды 50. Думаю, этого более чем достаточно. Так, у нас золотая руда. Давайте, чё? По 250. Так, это каждый, наверное, да, будет возить. И рядышком склад под это дело. И мы запретим все, кроме золотой руды. Соответственно, здесь у нас где-то вот ювелирочка. Устанавливаем ей цель 1000 золотых слитков. А ты, да. А, ты. Можно было золото. В смысле, золото в деньги переводится в наше. Хорошо. А, нет, книга устойчивого развития, пожалуйста, мне. Все, поехали. Пока что как-то так. Давай сюда. Давай эту домиком вам поставлю. А, в городе кирпичей нету. Ой, тогда не глину, а кирпичи им надо. О, господи, какие кирпичи. Ну, давайте 500 кирпичей. Пусть будет тут, ну, 100 пива, 100 мебели и 100 одежда на запас. Города разные. Поэтому так, сюда. Сюда. Стекло надо. Так, это навозили, теперь стекло. Да, отмени не то. Так, стекло, кирпичи. Так, стекло. Где стекло наше? Вот оно. Поехали. Просто хочу улучшить, и все будет хорошо. Принять.
открыть. Ага, 500 стекла уже привезли. Так, теперь этого им хватит, я думаю, бетон. Блин, плохо, что все не по алфавиту. Блин, такой список еще. Можно было бы как-то, ну, поиском, что ли. Вот он, бетон. Поехали. 500 бетона привезите мне, пожалуйста, сюда. И теперь 500 камня просто мне сюда. Книга тери-пери-пери-пери. Камень, 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 камень. Не вижу. Вижу. Хорошо, везите. Так, все. Так. Этого более чем достаточно, я думаю. Ага, нифига. Верни мне, пожалуйста, камень, он внизу. Вот он. Офигеть, 418, я не глянул. Готово. Все, привези еще 500 туда им камня. Привез? Да, привез, так. Все, нету. Сколько у тебя? А, у тебя все 100. Ну, это он ограничивает уже. Все, это правильно. Пища у них есть. Пища 200. Ну, давайте 400. Так, очень низкие налоги я им сделаю, пускай работают. Так, господи, так, ты. Строится, ага, все. Так, сюда, сюда, сюда. Все, молодцы, ребята. Уголь у вас есть, думаю, вам хватит. Ну ладно, давайте 500 угля я вам сделаю. Отказаться, к сожалению. Так, все. Что у нас по поводу золота? Угу, этот работает, все. Чего? Книга устойчивого развития не работает на моей дворе. Использовать заглядков уже оптимально. Ага, вот так вот, все, понял. Тогда сюда. Теперь нам нужно электричество. В принципе, 69 золотых слитков в этот. Ну, неплохо. Что у нас по складу? О, нормально. Дайте что, ну, на 1000, пускай 1000. Я просто не понимаю, 250 это хоть и 4 выбрано, но это 250 получается, да? Так, здесь они живут, здесь им норм. Добывают спокойненько себе все. Да, да. Так. У нас вот золотая руда, да? О, нормально. Добывается, пускай. А, кстати, у нас драгоценные камушки. Что тут? Что по драгоценным камушкам? Тоже добываются. Но сначала электричество. Ой, блин, книжек там напроизводил, господи. Тихо. Производительности. Производительности. Пока остановитесь, люди. Остановитесь, людишки. Так, это у нас все норм, это все норм. Электричество, давай, открывайся уже. Теперь мы реально богаты. Ну, все, это как бы... Если были бы войска, было бы куда поприкольнее, а не вот так вот циферками захватывать. Это неинтересно. Бегали бы там войска, приходилось бы людей размножать, реально. Давайте... Нефть.
Нефтяная электро... Ага, так. Дайте ювелирку. Пускай, да. Угольная электростанция. Ну, соответственно, вот здесь мы ее поставим. Что значит дом слишком далеко? Я сейчас прямо туда поставлю тебе дом, и будешь там работать. И жить, и работать, и спать, и все прочее. Ну, давайте, да, реально поставим. Ну, а что делать? Так, постройся, хорош. А, и что, не это, да? Нету никаких книжек. Угля у нас что? А что так мало угля? 73, да? А куда у нас бетон делся весь? А, его, наверное, увезли, поэтому. Все. Так, бетон. Бетонные заводы. Вы что там, халтурите или что, я не понял? Сколько у нас сразу? Нормально. Так, сюда. Хорош. А, торговая компания. Ну, пускай будет. Так, здесь мы ничего уже не улучшим, да? Поэтому поехали сюда опять. Смотрим. Угля у нас начало убавляться. А почему вы не работаете, пацанчики? А, все, работаете. 2000 угля вы должны мне добывать. Так, уголь очень сильно уходит у нас. Тогда я понял. Промышленность угольная. Где у нас угольная шахта, карьер? Да господи, вот на угольная шахта. Сюда. Не понял, строительный это. Господи, так. Промышленность. Еще раз. Так. Железный. Золотая. Вот угольная. Давайте 4 их лопахаем. Постройся, постройся. Хорошо. Недостаточно. То есть мне еще надо ставить, что ли? Ну ладно, я понял. А как определить? Так. 500. А, вот 50 киловатт. А ты требуешь у меня... не написано, сколько она требует, по-моему, да? Ну ладно. Достраивайся. Будем ставить, чё уж. Я, наверное, маленько... А, хотя, да, вот он, заборчик идёт, всё правильно. Прочее нет. Это в промышленности угольная, да, скорее всего. Металлургический, промышленный, хлопковое, шоколадье. А где электростанция-то, господи? А, впрочем. Все, понял, принял. Да, блин, гребаные дороги. Так, вот здесь могу поставить, но снести дорожку надо сначала. Так. Ага. Ага. И вот сюда. У
Недостаточно электричества. А людишки-то работают хоть там? Да вроде работают. Но вот угля мне не хватает. Да какой склад слишком далеко? Вы о чем, ребята? Вот вам склад, нате. Угля прям мало добывается теперь. А, походу, эти углежоги придется ставить. Так. Сюда, это сюда. И, да, производительность. Так, ну что ж, продолжаем. Так. Электричество. Так, книжки я поставил, да? Отвлекся немножко. Хотел... А! Уголь. Угля мало осталось, кстати. Где у нас добыча угля? Где-то же еще есть. То есть вот это здесь нету, здесь... Так, вот эта провинция. А, вот угольная. Вот сюда бахаем. Так... Блин, там, по-моему, угольная была. Господи, пролистнул. Так, забираю. Так. Универсальная. Так, берем промышленность. Угольная шахта, давай. Так. Вот так вот, да? Сюда ставлю. И еще одну. Вот так вот. Да я знаю про строительный карт. Отстаньте от меня. Так. Давайте это уберем. Сюда. Нет, сюда нельзя. А, вот сюда вот можно. Так. Не захватывается, да? Печально. Так, это все у нас норм. Это все норм. Так, идешь сюда. Универсальная. Давайте дорогу им строим. Соответственно. А я же могу и так построить. Вот так вот. Все, фигачьте. Фигачьте уголь, ребятки. Так, ювелирное ремесло почти изучилось. Сейчас мы будем это... украшение делать. Ну, где-нибудь здесь рядышком поставлю, чтобы он далеко не бегал. То, в принципе, у нас домики тут есть. А, сорян, ребята, нет, не хочу. Не так, ну... Вы тут не сдохли с голоду? Да нет. Вроде нормально им показать, естественно, для технологий. А, давайте нефть будем добывать, раз уж на то пошло. Не показывать нефтяные месторождения на карте. Хорошо, молодец. Ой-ой-ой, это как долго. Массовое производство бумаги из дерева. Печатный станок. Часовщик. Ну давайте вот сюда, тут 38, в принципе. Да, пускай. Потом уж. Естественно, купить. А чё вы тут, ребята? Живете вам норм? Да, им норм. Чё? Чётенько, всё. Пускай золото мне там добывают. Ювелирчик, иди сюда. Ага, понял. Ну ладно, сразу рядышком тогда будешь производить мне. Сюда. Постройся. Всё, фигач дальше. Это, наверное, ограничим до 1000. Ну, тут тоже, наверное, 1000 пускай. Так, уголь вроде начали держать. Ладно, производим максимально, сколько можем. Угля, короче, будем бесконечно теперь фигачить. Так, здесь увеличиваем. Наращиваем обороты.
Наращиваем. Тут тоже. Сейчас везде электричество подключим, все будет окей. Так. Не понимаю, зачем, правда, для грибов электричество, но да ладно, пускай будет. Вот глину точно надо. Мне три глиняных карьера, оказывается, хватает вообще прям. Вот рыбакам нафига. А, тут даже бетона еще не было. Ладно. Сюда, сюда. Ну, пекарня-то ладно, понятно. Паштной тоже. Так, винодельня. Сюда, идешь сюда. Вам что-то каких-то роскоши не хватает? Три третьего. Ну, ювелирные изделия сейчас будут. Одежда пока модная, не понимаю, где она. Делаются карманные часы, хорошо. Недостаточно электричества. Серьезно? А, все, достаточно всего, да? Всего достаточно. Чего вы мне лечите? Так, угля, угля. Так, хорошо, все. А то еще это удумали. Офигеть, у нас просто ресурсов море. Море ресурсов. Это что? Кофе. Сырой кофе. 10 тысяч. Я же ограничил. А, но его и не производят. Он продается где-то. Вот здесь вот. Так, сюда. Сюда. А почему недостаточно электричества было? Странно. Было как-то странно немножко, если честно. Так, тебе ничего не надо, тебе тоже. Пчеловоду. Ну, давайте поставим, почему бы нет. Проведем ему электричество. Пускай будет. Так, что у нас по... Ой, у меня даже это... мне не влазит. Ювелирки. У меня ювелирки не влазят. А ты что, не прокачанный? Дурак, что ли? Ну, как мне посмотреть, дед? На! Так. Приоритет работы, это понятно все. Тихо. Статистика. Ой, электричество. А куда электричество делось? Ты чё? А почему? У нас угля же дофига. Странная вещь. А, поставлю еще тогда. Так, угольная. Так, далеко таскать, вот здесь тогда. И склад рядышком. Как-нибудь вот так. Достраиваемся сразу. Просто, ну как-то это, маленько глупо. Не хватает электричества, чего вы врете? Так, здесь оно не надо. А здесь пускай. Такс. Тут у нас что? Тут дома, домики. Так, ювелирок пока нету. А, книг пока тоже нету. Как бы мне это статистика. Хочу ювелирку посмотреть. Где у нас? Ю-ю-ю-ю-ю. Одежда, изделия стекла. А, вот ювелирное украшение. Блин, обновилось так. Вот. Сейчас мы посмотрим по складу, как он там что. Так, 1000 этих. Ага, этих 209. Значит, не успевает. Давайте еще один. Так, как ты называешься? Монетный двор. А, вот ювелир. Второго. Так, сюда. Две книжки. Поехали. Сейчас, я думаю, он справится с этим. Мне
просто интересно, какие первые дома. Так, вот есть ювелирное украшение у них уже. Нету карманных часов. Нет, спасибо, ребята, до свидания. Модная одежда. А где модная одежда производится? Так, сюда, сюда. Сейчас я везде подключу электричество. Где увижу, где смогу. Так, здесь что у нас? Здесь подключено, это понятно, вот сюда. Так. Давайте улучшим, пускай будет, хоть и он не работает у нас уже миллионы лет. Ну, пускай так. Ага, вот это точно. Так, на винодельник я точно подключал. Все, там тоже, по-моему, все подключено. Здесь ничего вроде сильно не надо. И тут тоже вроде ничего сильно не надо. Так, все, золотую руду увозят. Золотую руду увозят, все это хорошо. Такс. Вроде электричества хватает, значит, все отлично. Бумажная фабрика, давай быстрее. Хочу бумажную фабрику. Так, здесь никто не работает, потому что всего дофигища, да? Где у нас? Тен-тен-тен-тен-тен. Да, по 1000, все отлично. Всего у нас много. Пшеничной муки дофига. Да, такая залипательная игрушечка, я бы сказал. В принципе. Все захвачено, все хорошо. Так, чувак, ты живешь? Давай, дерево технологии и печатный станок. Естественно, купить. Так, 49. Что? Ну что ты не развиваешься, дурак? Че у тебя там? Тебе нахрена такого, блядь, дебил? Ты дурак, что ли? Те люди-то хоть и это кушают? Так, кого-то я там еще это захватывал же вроде бы. Фух, нихрена себе. А у него 12 людей всего. Ты что, дурак? На. Это не торговый путь. Нужна между городами для создания торгового пути подключения. А, понятно. Понятно. Так, ты чё, дружок? 16 людей у тебя. Ни инструментов, ничего нету, да? Офигеть. О, бумажная фабрика, точно. Вот у нас производство здесь. Бумаги тоже будет. Давайте сюда. За денежку достроим. Нет, не то. Вот это. Меньше дерева потреблять. И что он... А, производит по бумагу. Ну, пускай у нас ее полно, в принципе. Так. Что остановки от домов? А дайте-ка банк. Да, вот банк быстрее, наверное, изучится. Пищи у нас... Ну, достаточно. Мяса, правда, не хватает. То есть, в принципе, дофига картошки, дофига всего остального. Молока дофига, кстати, да. Да, бездомные, что я им сделаю? Пускай вон в колонию идут. Что они тут забыли? Что полика... Пита! Серьезно? Все, не трогайте больше их. 15 тысяч лекарственных трав. Вы чего, блин? Мне их куда солить, блин, жрать, чтобы быть супер здоровым? Показать. Научный, давай. Быстрее, может, будем это. Банк. Ага, он увеличивает доходность, я понял. Ну да, вот так вот нормально. Плюс 50% доход от роскоши для каждого окружающего дома в уровне 5+. Отлично. У нас все, 1000 доход. Строительные расходы. Странно. А, у меня низкие налоги. То есть средние налоги.
Обойдутся. Обойдутся, пускай средние налоги фигачат. А, они почти счастливы, 99%, 98%. Ну да, налоги подняли и сразу огорчились. Ой, блин, я бы хотел нефтяную, конечно, посмотреть, но... Блин, тратить потом просто серию, чтобы посмотреть на нефтяную промышленность. Ну, как-то такое себе. Ну да ладно, давайте, наверное, на этом закончим. И я как раз, короче, все исследую, и тогда покажу вам. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.